моя... Да-да-да, все. Вы видите, где... А зачем мы так далеко рассаживаемся? Зачем на уровне 6 там так далеко на юг? Слушай, я хочу дорогу синюю видеть раньше. Или ты предлагаешь сыграть этот ярче рек и типа через это поле смотреть? Но они просто им, они не дают к нам. Мы потом, ну если их зажмут, мы им не можем помочь. Потому что мы через поле к ним не побежим, а они через поле к нам уже не смогут. Я понял, я понял, о чем -то. Я понял, сейчас окей, сейчас. Вот тут лес, который передо мной, его в принципе удобно отсюда встречать. Тут видно край карты. Давай лучше на мое белое. Ок. Нет, там реально хорошая позиция пушить. Но вы сможете уйти? Да. Ну тогда стой. Ага. Просто там... Ну тогда Роди точно на мою белую. Да, уже тут. Мурлу Борзай вам поставил белую? Это слишком далеко, зачем? Не, ближе, ближе Мурлу Борзай вам на 184. Найдись. Суффикс с бесом, думаю, тебе лучше здесь чисто отсекать, чтобы в спину не обошли. Я знаю, мы кладу в лес ее. У нас противник уже может быть? У нас противник уже может быть? Да, кто-то передо мной. Юг, прям рядом со мной. От моей метки. Отступаю. Перебегаю к Рони на метку. Давай, давай. Ярче. Бля, ранилась сильно. Да. Хотите? Восточно. Большой и еще раз. Я здесь сижу, потому что смотрю и сам стреляю, я на сразу стреляю. Вражеская. Очень много, очень много. Сюда бы оптику, там разощелкать их. Опасно, опасно, опасно. Пока очень опасно, там вся сторона сейчас. Он на востоке беттер. Проверка. На восток черная метка 2. На восток. Восток северо-60 ложишься, уходим. Ну, слоп, да, 60. Просто растягиваем противника, потому что возможно разберу в кольцо. А надо выбегать. Шики живой? Да, я вот сейчас бегаю. Шики, блядь. Уходим. Не могу двигаться. Я дымом, дымы мои. Я буду в кару, блядь. Сквозь дым можешь кинуть? На 200 метров. А ярче живой у нас? Тихо, мне БТР приехал. Я понял. Ярче вначале убили. Я понял. Да, следующий КВ. Метку поставь, демы, поле. Ну, блядь. На 240, на 240, ну, поле метку. Проверка. Кого убили сейчас? Я откинул дымы. Я думаю, тебе даже первый БТР лучше пропускать. Не пытаться взрывать. Я такой вот мичку-то найти хорошую. Нет, правильно, да. Все, кто жив, всем затаится. Ты же весишь? Да. Таки поражай. Я живой. Бразер тоже надо оставаться. Думаю, если ты не можешь идти, точно оставаться. Шайтан, короче, прям край тут сидит. Слышу. Давайте профилактический сдвиг КВ. На всякий случай, не знаю еще. Наш противник сов. Прошли. Понял. 20 минут засекай. Блять, прям на меня идут, суки. с вас с запада, Беттер. Отпускай. Сука, как бы не задавил меня. Это мина, походу, сработала, что ли? Там же мина как раз. У коровников, которые на карте. Слушайте, мне кажется, восточнее танк стоит от стреляющего Беттера. Что-то гудит прям такое тяжелое. Да, это танк. По танку работает? Давай лучше танк, да, в жопу им, главное, в жопу. Я не пойму. Что-то я вообще его не вижу почему-то. Так, Беттер рашит на восток через поле. А, вон он, да, танк тоже туда уезжает. Бляха, не успели мы минутку, наверное. Давайте за ним. Они посреди аэродрома уже едут. Темп? Ну, значит, можно увеличить темп. Тут у них хамвик брошенный. Хамви? Вот тут, на моей белой. Да, хамви. Без пулемета обычный. Слушайте, они же русские. Ну, они наши, скорее всего, угнали. А там такое ощущение, как будто они там чинятся, там бегает пех рядом прям. Нет. Нет, нет. Ну, шайтан, да, я вижу, тоже бег смотрит, сука, снайпер, что ли? Возле машины с этой скорой помощи? Да нет, ну возле столба, блин. В карту долго. Он прям на север смотрит. Да. Я, может, рисую, типа, пойти прям вдоль дорожки? Я думаю, может быть, хамвик взять и просто туда с трубой подлететь к танку, ебануть его и уехать. Я понимаю, ну а эти смотрят на нас, и мы тут по полю не пройдем. А если севернее, мы можем пройти через север, через... Ну. Пойду посмотрю. Там танк уехал туда только что. Да, танк с ним увидит, что? Ну, я знаю, думаешь. Они, скорее всего, повернулись, увидели, может быть. Решили посмотреть. Ну, тогда есть смысл свалить на Хаммере, если бы она... Давай, идем. Я пока на метке на своей же. Он сидит, смотрит на вас. Да, все, она знает. Надо уезжать. Может, не на вас. Нет, на вас смотрит. Ой, задымился ты, зря, конечно. Пойдем. Нормально. Направо, направо. Направо, направо, направо. Да, я попал. Под... больше всего ходит. Короче, я не знаю, где быть. Русские убитые. Другие? Нет. Я пошла спускаться, говорю, другу. Садишься? Я сел. Колеса нету одного, поехали. Да-да-да, пойдет, я думаю. С другой стороны машина едет. Это кто? Что это такое? Это было сегодня? Да-да-да, на Хаммер. А, я ранен. Тоже ранился, кустик походу. На севере выстрелы. Подошел почти кольше. Я жива. Но за мной сейчас придут, и я отсюда не уйду. Сидеть, может быть, бег потом придет. Мне нравится, что там походу очень контакт. Там больше вообще заваруха. У меня есть что проверить. Короче, я не знаю, я ухожу через него. Ты далеко уходишь на юг? Я сейчас поставлю. Ну да, так сильно, не по кромке, по глубине. Беттер. Я, наверное, тогда за Беттером, за этим, что ли, попробую. Дай кимсофа. Да там меня долго тут. Ранен. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.